Привет, любители единоборств! Сегодня у меня для вас очередная порция новостей. Итак, прошло взвешивание участников UFC, он Fox 20. Вот перед вами фото с церемонии взвешивания участников шоу UFC on Fox 20. В главном бою вечера экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм встретится с Валентиной Шевченко. Вторым по важности событием шоу станет бой Эдсона Барбосы и Гилберта Мелендеса в весе до 70 кг. Кроме того, на шоу выступят два российских бойца: Александр Яковлев против Камару Усмана в весе до 70 кг. И в супертяжелом весе встретится Дмитрий Смоляков против Луиса де Оливейры. Вес Дмитрия будет 113,8 кг. Оливейры 114,7. Разница в 1 кг. Ну, нас с вами ждет отличное шоу. Думаю, будет интересно. Следующая новость. Также прошло взвешивание Виктора Постола и Теренса Кроуфорда. Сегодня в Лас-Вегасе состоится PPV-шоу, в главном бою которого чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе 28-летний американец Теренс Кроуфорд встретится с чемпионом мира по версии WBC в этом же весе 32-летним украинцем Виктором Постолом. Вчера состоялась процедура взвешивания, и оба боксера успешно уложились в лимит 140 фунтов. Это 63,5 килограмма. Кроуфорд показал на весах 140 фунтов, Постол 139,5. Вот такая вот нас ждет интересная и захватывающая рубка. И заключительная новость. Боб Арум сказал, что Пакьяо уже дал согласие на поединок против Кроуфорда. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум продолжает постепенно готовить возвращение на ринг экс-чемпиона мира в 8 весовых категориях 37-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо. По словам промоутера, филиппинец уже дал свое предварительное согласие на поединок против американца Теренса Кроуфорда. Я лично жду возвращения Пакьяо, это очень классный боец, очень четкая техника, у тебя интересные бои, не дает скучать зрителям. Но мне кажется, что преждевременно они подписали Кроуфорда, так как еще Постол может ему хорошенько навкидать и бой этот выиграть. Вот такие интересные нас ждут выходные, и UFC, и вечер бокса. Подписывайся на канал, ставь лайки, в конце видео, под видео бесплатные видеокурсы. До встречи в новых видеоуроках, обзорах, новостях. Удачи в тренировках!